Привет, Шиза. Как поживаешь? Как тебе новые хоромы? Дик! Дик! Брат, давай поговорим! Ты знаешь, зачем я это сделал? Во-первых, я тебе не брат. И да, я знаю, зачем ты это сделал. Дик! Послушай, черт! Сам знаешь, ничего личного! Просто по-другому было никак! Поговори с Майком! Скажи ему! Скажи, я просто хотел спасти лагерь! Все только ради этого! О, я с ним поговорю. Как только тебя признают виновным, я попрошу его отдать тебя мне. Как наступит полночь, мы с Бухарем свяжем тебя, положим посреди шоссе и будем ждать Орду. Дик! Брат, послушай меня! Интересно, каково это, когда тебя рвут на части? Жрут заживо. Дик, я просто хотел остановить Карлоса, упокоителей и защитить лагерь. Нам же без него не выжить! Знаешь что? Мы все равно так сделаем, даже если тебя оправдают. Бывай, Шизо. Дик! Дик! Да послушай ты меня, Дик! Прости, брат! Прости! Я не хотел, просто меня вынудили! Я не думал, что так все получится! Нужно? Я случайно. Дик! Послушай меня! Дик! Первый фрик. Я была на работе. Надо забрать шнур. Как выяснилось, последний день. Логово. И как я поверил этому козлу? Ага. Ему уже не понадобится. Теперь надо отнести это к себе и никому не попасться. Что это? Я больше не могу. Эй, ты чего? Что на тебя нашло? Да я вообще ветеринар, ты понял? Я училась лечить коров, лошадей и прочих копытных. Это что, похоже на копыта? Эдди? Нет, ты видел, что стало с Бухарем? Я так уже не могу. Тут всегда Эдди. Столько раненых. Эдди. И столько умирает. Эдди. Дикон, я не врач для людей. Ну да, и мне похер. Другого все равно нет. Эдди не врач, а? Ну и что, что ты не врач? Ты спасла жизнь Бухарю. А это все-таки что-то значит.
А, Дик, я пошла глянуть на взрывчатку. Мало ли, вдруг упокоителя сопрут, а потом пошла к Шиза глянуть на шнуры, а надо было сразу сюда время не терять. Проваливай, Рики. Собрался пещеру взрывать, так я помогу. Я был пацаном, когда отец нашел под сараем крысиную нору. И знаешь, что он сделал? Не представляю. Дождался утра, чтобы они уснули, закрыл дыру фанеркой и велел тащить садовый шланг. И сказал мне, как сейчас помню, лучший способ убить крыс в норе – утопить их. Ты хочешь взорвать резервуар над лагерем? Да, все так. Дикон, нельзя. Я помогу ему покоиться с миром. Дикон, нельзя так делать. Почему? Из-за Майка? И вашего сраного перемирия? Шиза и удавить готов, но в одном он прав. Карлос не отступит, люди его не отступят. И ты это знаешь. У тебя не личный мотив? Еще какой личный? Бухарь, я иду к воротам. Ты готов? Да я уже тебя жду. Ладно, сейчас буду. Крутая пушка. О, да, подарочек от Шиза. Будешь возвращать, позови меня. Я тебя позову. Как мы поступим с этим гадом? Мы же не допустим, чтобы Майк правду устроил суд. Нет, не допустим. Ну так какой план? Я эти места хорошо знаю. Сара работала в лаборатории к югу от Iron Butte. Я раньше ездил туда. Забирал ее на обед. На этих дорогах я учил ее водить байк. Джесси! Карлос! Как он там себя теперь называет? Он обосновался в гольф-клубе. К югу от клуба располагается водохранилище Crescent Lake. Мы с тобой взорвем эту плотину. Вода хлынет вниз, и они все захлебнутся, как крысы. Погоди, но клуб же вроде на холме. Да, да, ему скорее всего ничего не будет. Зато все остальное их логово смоет. И Джесси потеряет большую часть своих людей. Если Джесси останется жив, мы застанем его врасплох. Именно. Теперь надо только придумать, как незаметно пробраться в долину, да? Ничего, доедем! Только держись крепче!
Бывало и лучше. Ладно, пошли. Пора закругляться. Давай, я прикрою. Что делаешь? Ну, я сейчас прихвачу туда этот рюкзачок. Я очень вежливо и аккуратно взорву там все нахер. Бухарь. Ну, а ты будь здесь и прикрывай меня, пока я устанавливаю заряды. О, ты долбанулся? Да я справлюсь. В перестрелках я не силен, но взрывчатку-то я заложил. Я умею работать со взрывчаткой. Афганистан прошел и точно знаю, куда ее ставить. Чудно. Вот и подскажешь мне, что куда. Ты готов? Да. Погнали. Я буду на этой вышке. С нее просматривается вся плотина. Подожду здесь, пока ты поднимешься. Хорошо. Ты готов? Я пошел. Давай, быстро и незаметно. Понял, брат. Бухарь! А, ладно, иди, иди. Видишь мостки, которые наверху плотины? Так, я почти на месте. Так, ставлю первый заряд. Готово. Перехожу к следующему. Молодец, Бухарь. Как держать? Со мной. С ними я разберусь. Ты, главное, заряды поставь. Я закладываю второй заряд. Ну что, все? Дик? Сейчас. Трубу у основания плотины. Это напорный водовод. Понял. Ну ладно, я пошел. Так, третий заряд. Я на месте. Ты шевелись там. А ты сам попробуй одной рукой и ножом. Рука-нож — это круто. Я даже немного завидую. Занят. Уберешь их? Да, да. Убери их! Вижу!
все заряды заложил. Беги, Бухарь! Быстрее, я не могу! Давай! Давай! Охренеть! Ты как, цел? Да. Вроде бы, да. Погоди-ка, а где моя? Каждый раз смешно, да? Пойдем за Джесси. Слушай, брат, ты молодец! Круто все сделал! Да? А по-моему, я пару раз чуть не сдох. Ты уж извини. О чем ты говоришь? Я такого драйва не испытывал с тех пор, как... Черт. Помнишь, как нас обложила Орда в Тумала? Мы еще не закончили. Как думаешь, сколько мы убили? Не знаю. И они сами напросились. Да, сами напросились. Как и все мы. Дальше придется пешком. Может, останешься? Посторожишь байк от всяких бродячих упокоителей? Нет, байк меня сейчас мало колышет. Вот уж нахер. В этом виноват Джесси. Она хотела расплаты. Будет ему расплата. Ну, теперь пошли в гольф-клуб. Хорошо. Показывай дорогу. Господи. Вот так же, наверное, было после всемирного потопа. Ливануло и смыло всех грешников. Да, только в этот раз Господь Бог ни при чем. Ну, ты меня понял. Черт, упокоители. Как они живые-то остались? Это ненадолго. Это мы сейчас исправим. Дик! Слева! Слева! Да-да, сейчас!
это Громила. Готов искать Джесси? О, да. Надо довести дело до конца. Эти еще более угашенные, чем обычно. Небось, занюхнули сразу все, что у них там оставалось из наркоты. Так, вот туда тебе лезть не стоит. Ладно, слушай. Если со мной что случится, недалеко отсюда трамвай. Нет, это ты слушай. Там наверху не Карлос, не отец психов-упокоителей. Там чертов Джесси Уильямсон. Подонок и вонючий жалкий говнюк, который получил по заслугам. Понял? Так что иди туда и завали эту паскуду. Теперь мне
путь. Да, мне тоже. Покойся с миром, Джесси. Все? Да. Да, все. И без тебя бы не вышло. Да. Приятно снова побродить по Одищу. Но я так скажу. Махать лопатой и полоть грядки тоже, в общем-то, неплохие занятия. Ну, Джесси нет. Сколько их осталось? В смысле тех, кого мы знали? Никого. Никого не осталось. Черт, я... Мне жаль, старик. Да. Мне тоже. Пошли, пора смотаться. Да. Ну, мы с тобой... В общем, уже пару лет не общались. Просто я думал, что раз с тобой там моя Элизабет, нет смысла мне лишний раз тебе по ушам ездить. А потом, когда начался этот ад на земле, я решил, что тебя нет. Или тебе насрать. Извини за грубость. Вот потому я и пришел. Я ж до сих пор не знаю. Надеюсь, ты есть. Надеюсь, есть высшая цель для всего этого дерьма. Вот и все. Мы с тобой еще поговорим. О, Аминь. Дик? Да, Рики сказала, что ты можешь быть здесь. Ну, у меня просто колени больные. Поэтому я столько лет не молился. Я не из тех, кто ходит в церковь. Даже после того, что пережил в Кэмп Шермане. Но теперь, после всего этого, я подумал, что, может быть, уже и пора. У меня не было выбора, Майк. О, у нас у всех есть выбор, Дик, пока мы не умрем. Мы или они? Да всегда мы или они! Всегда! Почему все катится к черту? Просто надо понять, что мы — это каждый живой человек, кроме тех, кто ходит в засранных штанах и жрет людей! Нет, ты знаешь, нравится тебе или нет, но таков наш мир. Да, что делать? Молитвами его не изменишь. Ты можешь мечтать о другом мире, но это будут просто мечты. Мечты тут вообще ни при чем. Мы сами творим этот мир своими поступками. Все мы. Я его отпустил. Шиза. Честного суда все равно бы не вышло. Ты его отпустил? Велел ехать и не возвращаться. Господи, Майк, ты хоть понимаешь, что ты натворил? Да.
предотвратил убийство. И знаешь что, мне от этого легче. Нет, вот это сцепление. Слушай, да знаю я, где сцепление. Я не поняла, тебя учить или нет? Да, но про сцепление я знаю. Ну ладно, хорошо. Тогда давай сама пробуй. Ладно. Эй, эй, эй! Слышь, здесь не паркуются! Да я приехал за своей... Это частная территория. Давай, короче, дуй отсюда. Ну? Ладно. Быстрей. Ага. Вообще-то, знаешь что? Я, пожалуй, здесь подожду. Честно, постараюсь не мешать тебе работать пугалом. Это офицер Мур. Пришлите ребят к воротам. Слышь, придурок, это запретная зона. Сказал же, вали отсюда. А, короче. Эй, ты, а ну стоять! Я сказал, уезжай. Я пытаюсь донести. Я приехал за... Читать не умеешь? Вот, блин, ты смотри, а я имею право применить оружие. Да? Ну, спасибо, что предупредил. Ты мудрик! Эй, что происходит? Простите, мисс Уитакер, вы знаете этого козла? Да, он со мной, он со мной. Простите, мэм, я не знал. Все в порядке, честно, я извиняюсь. И, кстати, Джим. Дикон. Это не я с ней, это она со мной. Не свались. Почему ты все время так делаешь? Как? Ведешь себя как козел. Слушай, он первый начал. Тебе что, 5 лет? Аккуратней переключай. Надо давать достаточно топлива. Повышай обороты. Я поняла. Да, я слышу. Куда мы едем? В плотине. Приятная, спокойная дорога, да? Ну, никогда ты за рулем. На сегодня все в силе? Ты говорил, можешь быть занят. А, черт, да! Бухарь с парнями хотят сгонять в окружную тюрьму. Навестить Джека. То есть ты меня продинамишь, чтобы повидать какого-то уголовника? Он не какой-то уголовник. Я знаю, знаю. Я пошутила. Каждый раз, как я сяду на твой байк, нас норовит сбить какой-нибудь урод на фуре. Охренеть. Не-не-не, спокойно. Ты молодец, молодец. Я... Другой бы на твоем месте запаниковал, ушел бы в занос и угробил. Вот я чуть и не угробила. Я... Да не, не. Я просто задумалась, отвлеклась и... Все нормально, успокойся. Отдышись. Я не понял, о чем ты задумалась-то? Да так, просто всякое на работе, ерунда все. Работа. Я просто думал, может, увидела мою новую нашивку. Новую? Ты что, намат? Стой, ты ушел из клуба? Я не ушел из клуба, я в жизни не уйду. Намат означает, ну, что я буду меньше участвовать в их делах. Я ведь тебя об этом не просила. Я знаю, знаю. Если бы и попросила, я бы сказал нет. Что, ехать-то готова? Да, в смысле нет, но куда деваться-то? Спасибо, что спасла мне жизнь. Ну, это всегда пожалуйста. Эй, а сцепление? Знаю я про сцепление. Ну, ладно, а еще? Дикон. Как думаешь, твои родители приедут?
На свадьбу? Не знаю. Просто я думал, если я выйду из клуба... Мне кажется, им будет все равно, Дикон. Ну, ты им хоть скажешь? Ну, если хочешь. Но я не собираюсь меняться сама или менять тебя, только чтобы порадовать моих снобов родителей. Ладно. Осторожно! Да, вижу. Они не к вашей лаборатории поехали? Вот черт. А твои из клуба? Кто-нибудь из них приедет или они на тебя в обиде? Не знаю. Я думаю, никто из них уже давно не бывал в церкви. Тем более, ты же не хочешь, чтобы перед часовней выстроилось 27 харлеев? Да? Знаешь, по правде говоря, хочу. Ну ладно. Что там такое? Не знаю. Мисс Уитакер? Да? Вас искал шеф, что-то срочное. Вечно срочное. Да, я уже иду. Понял. Надо бежать. Эй, стой. Прости. Ничего, наверное, просто пожарная тревога сработала. Я понял. Ну, не пуха. Ну, давай. А потом созвонимся. Извини. Ну, зашибись. Допуск. Допуск. О'Брайен, это Дикон, ответь. О'Брайен, это... Да возьми ты уже рацию, падла! Сент-Джон, не ожидал тебя услышать. Да я сам в шоке. Слушай, короче, когда вы все валили, ты сказал, вы не берете гражданских. Только персонал Неро, федералов, людей с допуском. Я же говорил, так, нет, не заткнись и слушай меня. Сара... Моя жена. У нее был допуск. На ней был бейдж с именем, когда я посадил ее в вертолет. Но так, нет, нет, давай ты просто посмотришь. Сара Ирен Уитакер работала в Кловердейле. У нее был федеральный допуск. Она вела исследования какие-то фармацевтические. Да хер знает, что она делала. Понял, я поищу. Поищи, да. О'Брайен, не забудь, ты мне должен. Да, да, конец связи. Работала в обществе защиты животных. У нас был маленький офис и вольер для собак за пределами Систерс. Собак было около сотни. Сент-Джон, это О'Брайен. О'Брайен, что у тебя? Нам надо встретиться. О, господи, О'Брайен, ты можешь просто мне сказать, что нашел? Она жива или нет? Я хочу кое-что тебе передать. О'Брайен. Координаты я тебе скинул. Встретимся там. Конец связи. О'Брайен. Вот сволочь. Дик, тебя ищет Майк. Он сказал. Бухарь, слушай. Скажи ему, я скоро буду. Мне нужно... Помнишь, я тебе рассказывал, когда Сара погибла, Неро драпали. В общем, они взяли с собой только своих федералов и тех, у кого был федеральный допуск. Дик, ты это вообще сейчас к чему? Короче, может, я зря трачу время, но надо кое-что выяснить. Конец связи. Ну, и что там за информация, Брайан? Что ты можешь мне сказать такого, чтобы стоило выслушать? Чтобы стоило выслушать. Снайпер засел на дороге. О, черт. Дик, ты меня слышишь? Да, Бухарь, что такое? Я просто хотел сказать спасибо за пса.
было делать? Слезь с меня. Давай, ну-ка. Сам за тобой пошел. Ладно, так о чем была речь? Слезь с меня. Давай, ну-ка. Сам за тобой пошел. Ну-ну, слушай, я назвал его Джеком. Да, Джек бы одобрил. Нет, Джек бы взбесился, потому я так и назвал. Ладно, тише, тише, парень. Все, все, хватит, хватит. Ну? Ладно, Дик, я давай пойду. Посмотрим. Конец связи. Нормально. Обращайся. Ну как, нравится, долбанный снайпер? Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Борьба с терроризмом. Глобальное потепление. Все это уже не важно, потому что живем мы теперь в водище. Это заговор. Слушайте внимательно. Борьба с терроризмом. Сплошная показуха. Ее затеял старый добрый дядюшка Сэм, чтобы искать оружие массового поражения, которого тупо нет. Глобальное потепление. Выдумка лживых ученых, прикормленных теми, кому выгодно кошмарить народ. Подумайте, зачем все это нужно? А чтобы отвлечь людей. Если забить нам голову таянием полярных льдов, страшными ГМО и борьбой с джихадом, мы вряд ли заметим, что там власти мутят на самом деле. Не попадайтесь на эту удочку. Вам показывают пальцем вдаль, а вы смотрите прямо перед собой. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Так что ж получается? Твой мудрый совет, Коуп, это исходить из того, что все вокруг врут? Так что ли? Ну, боже. А ведь это и правда хороший совет. Запоздал и правда, но все равно. Какого хрена? Я нашел тех, кому могу доверять. Тех, кого это все не устраивает, как и я. Я тебе зачем? Вот, посмотри. Ты был прав насчет жены. Где ты это взял? Когда шла эвакуация, уровень допуска сотрудников НЭРа, федералов. Так вот, у Сары Рен Уитакер был 4-й уровень допуска. Уровень допуска? Она улетела на базу разведки. Возле Форт Рок. Отведи меня. Нет. Нет? Я же тебя подбросил. Мы вроде друганы. Базы нет. Что? Год назад. Местное ополчение. Ополчение? Ну и где их лагерь? Ну, не знаю. Как вы можете не знать? У вас же вертолеты, спутники. Где-то рядом с Крейтер Лейк. Но туда нельзя лететь, ясно? Там блокпосты, ракеты, гранатометы. Крейтер Лейк. Крейтер Лейк. Знаешь, чем мы здесь занимаемся? Мы изучаем эволюцию зараженных. Она идет вовсю. Сейчас мы в аду. А дальше будет хуже. Намного хуже. Иди ты к черту, Брайан. Мне наплевать на все это. Бухарь, ответь. Да, Дик. Слушай, тут такое дело. Год назад мы с Майком, мы хотели поехать на юг, но перевал с Антием был закрыт. А он сказал, что знает другой путь. Дик, Майк сейчас не особо нами с тобой доволен. Да ты просто послушай меня. Ты помнишь, что он сказал? Майк-то? Да, он. Хвастался, что знает тут все козьи тропы на сотни миль, сказал. Есть дорога, которая идет вокруг горы Тилсон, кажется, гора Тилсон. Как-то так. Тилсон, да. Точно, перевал Тилсон. Да, только нахрена тебе... Стоп, Неру. Черт. Ты бы
Она жива? Сара жива? Дик? Слушай меня, а у Брайан? Короче, он нашел ее удостоверение. Да, Бухарь, я думаю, она жива. Дик, ну ты не терял надежды. Ты всегда знал. Ты не сдавался. И что ты будешь делать? Не знаю, Бухарь. Не знаю, но... Господи, если есть шанс, что она жива, я... Ну... Я должен ее найти. Ты обязан. Черт, мне пора. Рике и Эдди нужно помочь. Полку им там повесить или еще что-то такое. Слушай, поговорим, как вернешься. Конец связи. Ладно, да. До скорого. Рики, мне тут надо кое-что сделать. А ты потом вернешься? Чего? Ты это... В каком смысле? Бухарь рассказал. Бухарь рассказал. Тут не о чем рассказывать. Через перевал Сантьяго не проехать. Короче, я вернусь. Я говорю, мне просто надо кое-что сделать. Конец связи. Ты знаешь путь через перевал Тилсон. Ты как-то сказал мне, что... Ничего я не говорил. Иди, да я ладно. Не могу тебе помочь. Просто нарисуй мне карту. После того, что ты сделал... Что сделал я? Да ты на себя посмотри, старик. А? Кэм Шерман? Уходи. И что ты там... Оставь Нет, ты давай слушай. Покоя. А что если ты мог бы вернуться назад и все исправить? Я тогда посадил Сару на вертолет с облегчением. А как тебе такое, а? С облегчением. И вот с этим мне пришлось жить. А теперь ты гоняешься за призраками. Думаешь, найдешь жену? Это если ты найдешь. И все наладится, да? Станет прежним? Не знаю, попытаться надо. Ладно. Если я... Это сделаю, покажу тебе путь через перевал. Не возвращайся. Понял, обещай мне, что не вернешься. Как скажешь. Черт, надо поговорить с Бухарем. Фервел Ридж. И видели фриков. Тысячи, тысячи фриков, не сосчитаешь. Да, я помню. А я все думал, что те, которые остались, все мы теперь бездомные. Кучка жалких беженцев. Да, мир теперь их. Мы выживем. Это мы наловчились. Выживать. Не жить. Как говаривал наш Джек, неважно,
точно знать, куда ты держишь путь. Но очень важно знать, куда вернешься. Мы как-то никогда не говорили, почему все еще носим цвета. Хотя такие вещи в этом дивном дерьмовом мире уже ничего не значат. Да, привычка. Последние два пса на земле, парни из Фервелл. Ну да, байкеры – самые крутые бродяги на разбитой дороге. Именно. Это уже почти как настоящий бренд. Да. Мы много кем были, но брендом никогда. Когда уезжали из Фервелла, без Сары, без Джека, одни, я знал, что мы оставляем все в прошлом. И теперь у нас ничего не осталось. Кроме этого. Опять подашься в номады? Да, похоже на то. Ну-ка, Джек, иди-ка сюда. Если она жива, ты ее найдешь. Дик, ты готов? Да, Майк, готов. Встречаемся у ворот. Не заставляй меня ждать. Да, конечно, как скажешь. Привет. Майк поведет тебя через перевал? Ага. Ты правда думаешь, она жива? Типа миллиарды погибли, а она осталась жива. Но мы же как-то выжили. Если я сдамся, если я не сделаю этого, тогда я стану таким же, как... Как мы? Да? Как Железный Майк, как Бухарь? Лагерные так нас зовут, да? Иди и отыщи свою женщину. Ладно, я пойду. Слушай, знаешь, что я думаю, Дикон? Я думаю, тебе здесь просто страшно. Ты боишься быть частью чего-то. Ты нам нужен, и тебя это пугает. Прям до усрачки. Мне жаль. Да, и мне. Готов? Да. Не терпится отсюда убраться. Давай. Нам сюда. Ладно, показывай дорогу. Обошлось без убийств. Преднамеренных. Мы никогда
сюда съезжалось туристов каждое лето? Немало. Тысячи. Не сосчитать. На шоссе стояли впритык внедорожники и автофургоны, а в них сидели мамаши с обгорелыми носами, папаши с пивным пузом и их сопливые дети. Радуга из панам, шлепанцев и гавайских рубашек. Ползли по этой дороге все лето, как разноцветные муравьи. Из Лос-Анджелеса, из Фервелла, отовсюду, без остановки. Хорошо, что я сюда не ездил в это время года. Дальше я не поеду. Держись этой тропы. По ней ты спустишься прямо в долину Diamond Lake. Ну, удачи. Надеюсь, ты не ошибся, и твоя жена жива. Жива? Ну, может быть. Только спроси себя, что хорошего, если все остальные мертвы? Происходит. Yeah.
Охренеть, ох, мужик. Ты нас выручил-то, а? Но, все, парни, расслабьтесь. Он уже подох. Ну ты крутой. Это да. Я Рассел, Глен Рассел. Рядовой Малинс. Привет, Рик. Я Дикон Сент-Джон. Как говоришь, рядовой? Да, так точно. Дешутское ополчение. А ты не местный. Через перевал пришел? Не-не-не, я так, по окрестностям брожу. Пришел из Солт Флэт с востока от Силвер Лейк. Фух, ого, ничего себе. А как тебя сюда-то занесло? Как перешел через 97-й? Эй, братан, ну ты даешь. Что? Да он твою шкуру спас. Полковник же приказал сторожить все подходы из севера и с юга, вот я и... Слушай, успокойся, ладно? Давай с этим капитан разберется. Ладно. Да он только что шатуна завалил. Идем с нами. Лагерь рядом с Diamond Lake. Там и жратва, и койка. С нас причитается. Ну да, идем. Годится. А Флорес? Нельзя его бросать. А, ты покарауль, а я привезу горючее. Нет. Слушай, будь здесь. Возьмешь его патроны, а я быстро. Хорошо? Погнали. Ну, веди. Держись рядом со мной! У нас тут в последнее время всякий сброд шастает. Если нарвешься на патруль, могут быть проблемы. Ага, понял. Как говоришь, дешутское ополчение? Ты пойми, мне главное, что харчи дают. Если для этого надо ходить строем и говорить «Ей, сэр, мне несложно». И много вас тут? В этом лагере человек 100, может больше. Трудно сосчитать. А вот на базе народу гораздо больше. Ясно. А женщины там есть? Ну, насчет баб можешь особо не надеяться. Полковник сказал, чтоб никакого Понебратства! Да, вот этого. А так-то к нам принимают всех, и мужчин, и женщин. Полковнику главное, чтобы человек работал и приказы выполнял. Короче, ты меня не так понял. Я ищу группу людей, среди них женщина. Это знакомые мои. Год назад вместе в дороге были. Они ехали со стороны Сильвер Лейк. И по идее должны были остановиться в одном из лагерей беженцев. Сильвер Лейк? Чё-то ты путаешь. Там уж год как ни одной живой души. Ну, может, не год, может, больше. Тут хрен уследишь-то за временем. В общем, я чё спрашиваю? Не могли они у вас оказаться? В смысле, вы из лагерей Неро никаких беженцев не подбирали? Ну, могли. Я говорю, у нас большая армия. Спроси капитана. Он сюда ехал через Солончаки. Может, он знает. Капитана? Да, Коури. Он командует лагерем Diamond Lake. Скоро там будем. Мы на месте. Это капрал Рассел. Открывайте! Доложи. Он был у нас уже в руках, байк его нашли, еще дымился. Но упустили, да? Нет, сэр. То есть, да, упустили. На нас там шатун попер. А Малинс и Флорес? Флорес погиб, капитан. Малинс сторожит. Понял, капрал. Бери горючее, гони к Малинсу, что делать знаешь. Да, да, сэр. Это, если б не он, мы бы все там полегли. Я вроде как пообещал ему на сегодня еду и ночлег, сэр. Капрал, давай вали отсюда. А ты у нас? Дикон Сент-Джон. Капитан Дерри Коури. Что-то не так? Не, все нормально. Я просто как-то устал, уже много дней в седле. Этот Рассел сказал, вы берете людей? Записаться хочешь? Я думал осесть где-нибудь, да, лагерь найти. Что, возьмете? Идем. Давно? По одищу скитаешься. Трудно сказать. Там быстро переезжаешься. Ну и где добывал? Снаряжение?
В лагерях давали поручения, я выполнял. В основном охотился за головами. Фриков или людей? Всех. Я был известен как человек, который может кого угодно выследить. Какие лагеря? Где они? Ну, за долиной Фервелл. Неважно, их больше нет. Их разгромили. Рассел сказал, вы видели, что случилось с лагерем Сильверлейк? Видел. Настоящая бойня. А уцелевшие были? Несколько. И чего это ты не стараешься? Почему ты еще не на финише? Вот, держи-ка. Это деньги ополчения. За спасение бойцов. Их тут везде принимают. Хорошо. Хочешь к нам? Жди здесь. Мы скоро будем выдвигаться. Выдвигаться куда, интересно? Ты вроде говорил, умеешь следы искать. Ну так. У нас тут не одище. Порядки армейские. Точно потянешь? На понт взять решили. Я тебя возьму. Но присягу примет полковник. Будь с нами. Поможешь, и я тебя отведу. Я понял. Хорошо. Господи, у этого ублюдка мое кольцо. Он отобрал его у Сары. Он отобрал его, потому что сама бы она это кольцо ни за что не отдала. Значит, она где-то здесь. Этот на ополченца не похож. Эй! Чё-то ты как-то не очень похож на ополченца. Я Уэйд. Уэйд Тейлор. Зови Уэйдом. Дикон Сент-Джон. Ни хрена себе! Дикон Сент-Джон? У тебя папаша проповедник, что ли? Нет. Охренеть. Вот ведь имечко. Ладно, слушай, Уэйд. Не, ну ты посмотри, это ж долбануться вообще. Ну да. Так что ты, типа, пришел завербоваться в армию, в солдатиков? Не знаю, может, слушай. Ты, походу, в Одище был не так давно. Да, друг, вчера я пришел. Я тут встречи с полковником или кто он. Я ищу человека. Мы были вместе в пути. Ты тут никого похожего не видел? Нет, друг, но выглядит зачетно. Я б такой вдул. Пойду я, друг. Мне на осмотр будут типа в шее искать. Удачи тебе, Дикон Сент-Джон. Охренеть, во имя-то. О, нет, этот совсем упоротый. Он бы не запомнил Сару, даже если бы она по оружию ему дала. Ты можешь быстрее! Ну, Сара, где ты? Куда ты делась? Ты здесь. Где-то здесь. Может, в этих палатках? Может быть, здесь. Лазарет. Учитывая ее специализацию, ей там самое место. Так ведь? Нет, не здесь. Заглянем в эту... А черт, здесь я тоже нет. Думаешь, так утратят фриков? Да не хрена. Наверняка в этой. Сара? Сара, ты здесь? Черт, не здесь. Черт, ее нигде нет. Ее здесь нет. Ну да, конечно. Не могло же все быть так просто. Сент-Джон, ты слышишь? Капрал Рассел сказал, у тебя есть рация. Да, да, я слышу. Жди меня у ворот. Хорошо. Скоро выдвигаемся. Не передумал? Да с чего бы. А ты тут потрудился? Так, малость. Открывай! И как? Ездишь-то нормально? Ну да, в общем, нормально. Если хочешь в ополчение, покажи, что ты годен. Постарайся не отстать, Сент-Джон. Так что там такое произошло? Вроде похоже на лесной пожар, но там пни обугленные. То есть деревья сначала срубили, а потом уже сожгли. Зоркий глаз.
мы зовем это мертвой зоной. Древесину пускаем на баррикады, остальное выжигаем. Поэтому любую орду мы замечаем издалека. И что? Вы собираетесь все здания тоже сжечь, чтобы фрикам было негде спать? А ты знаешь их повадки. Я ж говорю, я водище не первый месяц. Так это вы и хотите сделать? В смысле, ополчение? Решили спалить все дотла? Мы ведем войну, Сен-Джон. Ради победы мы пойдем на все. Войну? А что это, если не война? Ты знаешь, что такое Одище? Ты видел орды? Остановить их может только одна армия. Наша армия. Одной армии тут будет мало. Мы это продумали. Если полковник тебя примет, узнаешь. Ты спрашивал про уцелевших из Silver Lake. Ты кого-то ищешь? Нет, не совсем. То есть, в общем, я пересекался в Одище с группой ребят. Думал, они могли осесть в том лагере. А я думал, может, ты хочешь получить за кого-то награду. Нет, нет. Я, конечно, выслеживал раньше людей, но не на таких расстояниях. Ни одна награда этого не стоит. Приехали. Капрал, капитан здесь. Все сделали. Метку поставить не забудь. Да, сэр. Вы двое возвращайтесь к Diamond Lake. Берите, как его, Тейлора? Да, сэр. Вот. И ждите меня. Расчетное время 6. Не понял? Я буду в 6 часов. Пора бы начать разбираться. Виноват, сэр. Все, иди с глаз моих. Слушаюсь. Нашел чего? А сколько этот... Васкес. Васкес у вас пробовал? Недели 2 или 3. Ха. Время не терял. Это что? У вас были проблемы с поставками? Ну, там, мародеры. Ну, да. Понятно. Ну, что, дальше пешком идем. А с чего это? С того, что Васки что-то мутит. Из байка след не возьмешь. Ясно. С чего начнем? Ну, следы искать нет смысла. Их уже снегом замело. Идемте, надо заглянуть в эту хижину. Веди, я за тобой. Говорите, он украл пайки и боеприпасы? Да. Этот паёк наполовину съеденный. Судя по всему, ваши люди застали его врасплох. Байк стоит на месте. Значит, он ушел через черный ход. Ладно. Стоп, смотрите. Нашел чего? Ограда порезана. Не ржавая. Недавно порезали. Да, идемте сюда. Эй, постойте-ка. Вот, смотрите. Следы? Да, нам повезло. Сюда. Стоп, погодите. Нашел что-то? Да, гильзу. Новенькую. Он остановился и в кого-то выстрелил. Идемте сюда. А ну, пошел отсюда! Что ты делаешь? Это вообще работает? Кричать на волка? Когда как? Осторожно, их тут несколько! Вижу! Вроде это последний. Да, похоже на то. Молодец. Ага, мясо.
Мне нужно его рассмотреть. Человеку вашему было маловато пайков. Попал четко в голову, наповал. Волки услышали выстрел. Им олень был нужнее, чем Васкису. Да, другие волки прибежали к нам с той стороны, с востока. Думаешь, они гнали Васкиса, а один охранял тушу? Вероятно. Пойдем проверим догадку. У вас тут много волков водится? Незараженных, в смысле? Патрули видят почти каждый день. В моем детстве в Орегоне волков не было. Койоты попадались, а волки нет. Их всех истребили скотоводы, фермеры и лесопромышленники. Но зато теперь они тут расплодились. Стоп, стоп, стоп! Что такое? Это рюкзак. Один из наших. Видимо, его почти догнали. И он бросил груз, чтобы бежать быстрее. Нет-нет, чтобы выиграть время. Упал на жопу, хотел отползти, но тут волк прыгнул. Васкис его завалил. Два выстрела. Ты все это понял? Да. Стой, пригнись, там фрики. Захоронение Неро. Это на нашей карте не отмечено. Их тут повсюду полно. Ну, тогда можно догадаться, почему Васкис пошел сюда. Давайте обойдем. Читаешь мои мысли? Сен-Джон, сюда! Все, я здесь. Если честно, мне надоело убегать и прятаться от этих тварей. Ты когда-нибудь дрался с Роем? Да, было дело. Главное не стоять на месте. Слушай, если хочешь служить в ополчении, нужно думать только о задаче. А задача сейчас не фрики. Когда ты водище, убивать фриков приходится. Так уж мир устроен. Ну, ладно, давайте отойдем подальше от этих могил. Погода холодная, фриков должно вылезти больше обычного. Ну а трупы они за милю чуют. Часть нашей стратегии – находить захоронения, раскапывать их и сжигать трупы. Ну, удачи вам с этим делом. Я таких могил видел сотни, причем только в этой части штата. Надо же с чего-то начинать. Ладно, куда дальше? Туда же, на восток. Впереди дорога. Подождите секунду. Что скажешь? Кто-то еще его ищет? Да вроде нет. Ну, либо он уже труп, либо у него много друзей. Видите следы от колес? Тут проехали байки. Много байков. Ладно. Пошли. По следам этим. Говоришь, они вылезают в холодную погоду? Да, они это любят. Холод, снег, дождь. Даже просто тучи. Ну, я уже понял, ты фриков знаешь. Доберемся до штаба, и я сведу тебя кое с кем. С кем? Полковник расскажет, если примет тебя. Да, вы это уже говорили. Слушай, он кого попало не берет. Просто не хочу зря обнадеживать. За меня не переживайте. Мне по большому счету все равно. Стойте! Слышите? Да, это со стороны лесного поселка. Он есть на карте? Да. Значит, и у Васкиса он отмечен. Пошли. Если показалось, что Васкис там, что бы ты сделал? Ну, он не один. Это видно по следам. Да, какое у вас наказание за самоволку? Казнь через повешение. А что? Это значит, что Васкис без боя не сдастся. Узнаете своего? Да. Вон он. Ну что могу сказать, как-то вы фигово новобранцев проверяете. Он тут явно как дома.
Подождем здесь. Вызову подмогу. Убери от меня свои лапы! Ого! Дерзкая попалась! Ишь ты какая! Это мы посмотрим! Да ну нахрен! Что? Да как-то не могу смотреть, как издеваются над безоружной бабой. Я дал тебе приказ. Приказ? А чё, да мне красная повязка? Вы мне пока не командир. Сидите тут, если хотите. Разберемся с вашим бойцом. Васкис больше не мой боец. Уже нет. Еще кто-то остался. Один справишься. Он и пикнуть не успеет. Эй, не-не-не-не, тихо, не психую, я не трону, я хочу помочь. Иди-ка ты нахер, помощник. Ладно, я в сторонку отойду. Женщина, мы не с ними. Да мне похеру, с кем вы? Ладно, ладно. Сейчас было. Да вот, хулиганы девушку обидели. Васкис мертв. Мертвее некуда. Капитан Коури, прием! Говорит Коури. Мы прибыли, направляемся к главным воротам. Оставайтесь на месте, ждите нас. А как же противник и... Они все нейтрализованы. Оставайтесь на месте. Конец связи. Пошли.
Мы тут подогнали мотоциклы, ну, чтобы вам пешком не идти. Свободен, капрал. Ну, что скажете? Я прошел? В смысле? Ну, вы же меня типа проверяете весь день. Вот и спрашиваю, как я, прошел? Да ну, какие уж там у нас проверки. Сам видишь, мы так гребем к себе всех подряд. Да. Да. Ты прошел. Ну, едем к полковнику? Да, поехали. Почему бы и нет? Да где ты служил, Сен-Джон? На всей заварухе. Ты знаешь, как выглядит паёк, знаешь, как проводить разведку, знаешь, что такое тактическое перемещение. Так в каких войсках ты служил? Во флоте? В армии? Я стараюсь не афишировать, а то ведь в первый год народ так и стремился укокошить всех, кто раньше носил форму. В армии я был в 10-м горном, отслужил полный срок в Афганистане. Ну а вы где? Военного всегда можно узнать по выправке. Ни у кого из ваших бойцов ее нет, только у вас. Говорю же, зоркий глаз, я служил в ВВС 10 лет в составе САК. В полигоне же нет ракетных шахт. Я был в отпуске, представь себе. Повезло. Пока связь не пропала, я каждый час получал донесения со всей страны. Думаешь, нам тут сильно досталось? Восток от Миссисипи фрики разнесли за 2 дня. Подожди, я тебе кое-что покажу. Бывал в этих местах? Да, я жил чуть к северу отсюда. Городок Фервелл, знаете? Нет. Захолустье в ожидании конца света? Ну да, типа того. Значит, ты здесь бывал? Да, бывал. Несколько лет назад заезжали сюда с женой. В медовый месяц, в общем. Фото есть? Ну, жены твоей. Мою звали Кэрри. 12 лет прожили. В общем, давно это все было. По-моему, это значит, вход воспрещен. А? Не-не, это нас не касается. Потому что мы не умеем читать? Потому что нам плевать на закон. Говори за себя. После вас. Ладно. Знаешь, делать свою даму соучастницей – это как-то не камильфо. Камиль что? Ну, это по-францу. Ну да. Опять купилась. Извини, пожалуйста. Господи, ты бы видела сейчас свое лицо. Ха-ха, смешно, наверное. Да, будь у меня мобильник, я бы тебя сфоткал. В кои-то веки я рада, что его у тебя нет. Ну ладно, не начинай опять. А я-то что, сам об этом заговорил? А ты продолжила. Так куда мы идем? Иди по тропе. Это недалеко, правда. Видела бы мама, как я гуляю неизвестно где среди ночи в компании мутного байкера. Вот что бы она мне сказала? Не знаю, может, там холодно, надень свитер. Остряк. Ничего бы она не сказала. Ты ведь вроде не хотела им про меня говорить. Да ладно тебе, это было давно, а ты мне до сих пор вспоминаешь. Да нет, нет, я же тебе ничего не предъявляю. Я вот своему старику тоже не сказал. Это потому, что твой отец умер. Ну да, и это тоже.
Гораздо интереснее, сказал ли ты своим ребятам, что встречаешься с правильной девочкой из Сиэтла, а не с тёлкой из того стрип-клуба, в котором вы живете. Так, секундочку. Во-первых, мы не живем в стрип-клубе. То есть, у нас там пожизненное членство, это правда, но мы там не живем. А во-вторых, я сказал им да. Представь себе. Ты что, правда? Ну да. А чего ты удивляешься? Твоя ученая степень всех очень заводит. О, да, верю. Ты в курсе, что мне давно спать пора? Я в курсе. Все, серьезно, пошли назад. Мне правда завтра рано вставать. Да? И как там на работе? Ты же мне ничего не рассказываешь. Да просто этот проект. К нам должны прилететь менеджеры из Нью-Йорка, будут нас курировать. А еще у нас строят новую лабораторию, но даже не объяснили мне, для чего она, и план не показывают. О, я-то думал, ты не хочешь об этом говорить. Извини, просто... Да ладно, это ерунда. И вообще, спасибо, что помог мне от всего отвлечься. Да, нет проблем. Стоп, это та самая конопляная ферма? Ее ты хотел мне показать? Чего? Ну, вот это кусты конопли, а это растительная система. Значит, это конопляная ферма. А, да. Ты смотри-ка, и правда. Ты приволок меня посреди ночи, не пойми куда, чтобы показать вот эти ваши грядки незаконные. А, ну да, раскусила. Я надеялся, ты посмотришь, дашь нам пару советов, ну, по выращиванию. Обратишь свои знания в полезное русло. Господи, ты совсем... я поняла. Ты на самом деле не это хотел мне показать, да? А, нет, конечно. Иди по тропе, мы уже почти на месте. Опять ты меня подловил. Жизнь меня ничему не учит. Не-а. Обалдеть. Посмотри, так красиво в лунном свете. Мы уже почти пришли. А вот что было бы, если бы повсюду погасли огни, все разом, и люди смогли бы увидеть мир вот таким, как есть? В каком смысле? Мрачным, тусклым и гнетущим? Я про луну, про дикие цветы, про светлячков. А, ясно, ты опять прикалываешься. Ты ничего не воспринимаешь всерьез. Ой, я всегда совершенно серьезен. Хо-хо, ну да. Правда? Нет, неправда. Помнишь, я предложила перевести кое-что из моих вещей к тебе? А ты сделал вид, что это шутка такая. Не так все было. Я сделал вид, что не расслышал. Это большая разница. Видел бы ты свое лицо. Вот у меня есть мобильник, и я тебя зафоткала. Показать? Слушай, ты же ученый. Давай вести себя рационально. Во-первых, я просто предложила подумать насчет того, чтобы жить вместе. Мы бы чаще виделись, и вообще это логичный шаг. Что тут нерационального? У тебя дома моя зубная щетка. О, извини, действительно ты прав. Ты ценишь наши отношения. Ну а то. Ты знаешь, сколько стоит хорошая щетка? Вот видишь, опять ты за свое. Любой разговор про наше будущее ты обращаешь в шутку. Ладно, слушай. Нам правда надо это обсудить. Мы обязательно обсудим, но просто подожди секунду. Я хочу тебе кое-что показать. Ладно? Видишь? Вот зачем я тебя сюда позвал. Обалдеть, как красиво. Тебе нравится? Конечно, да. Я тут тебя спросить хотел. Да? Дико. Ты бы... Что, я? Ну, короче... Ты согласна? На двух условиях. Говори. Во-первых, никакой байкерской свадьбы, где ты клянешься залезать на меня так же часто, как на свой мод. Как я могу такое обещать? Ну, хватит. А еще, во-вторых, обещай, что никогда меня не оставишь. Идет.
Неужели ты мне клубный перстень на палец надел? Ну да, что? Вот взял и надел. Какой милый. Клыкастенький такой. Грызет свою цепочечку. Символ истинной любви – это... Собачий череп. А что здесь написано? Эй, а кто из нас тут учил латынь? Ну что? Ну, это... Мориор инвиктус. Смерть прежде поражения. А, мне это нравится. Но ты ведь потом настоящее кольцо подаришь. То есть это, конечно, да, конечно. Красивое. Это ведь просто... все-таки мой перстень. Ну да, его надо он будет твой. Вернуть. Мне бы что-то попроще. Можно без клыков. Ладно. Хорошо. Черт, извини. Да ладно, ничего. Работа, надо ответить. Давай. Алло? Да, нет, ничего, я приеду. Все, давай. Все нормально? Не знаю, просит приехать. Что, вставай. Сейчас приехать? Вот прямо сейчас, среди ночи? Прости, очень надо, с меня причитается, ладно? Ладно. Идем. Иду. Жену звали Бет, и фотки не осталось. Идем. Не понял, вы о чем? Ну, нет фотографий ни жены, ни родных. И почему типичный? Раньше все пользовались смартфонами. Там хранились все фотографии. Как телефоны накрылись и облако накрылось, все снимки пропали. Да, я как-то об этом не задумывался. У моей жены Кэрри отец был фотограф. Старой школы, лаборатория, растворы, все дела. Не хотел принимать цифровую эпоху. Если бы не он, и у меня бы снимков не было. Я их терпеть не мог. В смысле, мобильники. Все ходили, уткнувшись в них носом, и ничего не видели перед собой. У меня мобилы не было. Интересно, и как ты обходился? У меня была своя мастерская, а в ней последний стационарный телефон в Фервеле, наверное. Смотрю, серьезно подошли к делу. Полковник считает, что мотивация и дисциплина – это ключ к успеху. Давай, ноги переставляй. Быстрее, я просто не могу. Ну, топай! Вот такая мотивация, да? На юге острова трудовой лагерь для тех, кто не годен к службе. Некоторых требуется стимулировать. Ну да. Идем, за мной. Есть. Поднимись вон туда. Удачи, Сен-Жон. Что и ты попался, а? Неудачник. Здорово. Снова встретились. Сен-Жон, да? Сын проповедника. Тейлор, какой нахрен проповедник? Чё ты заладил? Да шучу я, чувак. Бабу-то нашел? Что? Ну, бабу ту, про которую тогда спрашивал. Нет. Снимаем побрякушки, часы и все такое. Кладите чего? Сюда. Ладно, че, спорить буду. Сейчас разбежался. Новобранцам вещей не положено. Тем более их все равно сопрут. Давай, выкладывай. Ага, сопрут, конечно. Нашел лохов. Смирно!
Бойцы, вольно. Мы не рады случайным людям. Вы приняты по приглашению, завербованы моими соратниками. Когда будете отвечать, первым делом представьтесь, начиная с фамилии. Да я тут так затесалась. Имя? Черт. Эткинс. Кристал. Сэр. Сколько человек ты убила? До или после? Отвечай на вопрос. Пошел ты! Все мы здесь совершали вещи постыдные. Чтобы выжить, уцелеть. Всевышний это понимает. Всевышний прощает. Но у этой женщины на лице лежат печати сатаны. Тюремные татуировки. Свидетельство того, кем ты была и кем осталась. Именно такие, как она, своими подлыми деяниями навлекли на все человечество праведный гнев Господа. Да, именно! В трудовой лагере ее. Все! Пошел ты! Пошли вы давай, все! Давай, красавица, убери лапы, пойдем! Убери баран, ты тупорылый! Отвали! Шевелись! Тебя! Ну, а ты? Тейлор, Уэйт. И нет, сэр, я не сидел в тюрьме, никого не убивал, ничего такого. Ты долго пробыл в Одище. Ну, я умею стрелять. Меня папа в детстве брал на охоту, рядом с Кламат Фоллс. Мы там... Ну, а ты, сынок, стрелять умеешь? Сент-Джон, Дикон, да, я умею стрелять. На мат, как вижу. Покажи правую руку. Десятый горный, Ирак? Афганистан. Служил с честью, только не ври, я пойму. Один срок служил с честью и ненавидел каждую минуту. Девятая заповедь. Молодец. Подними правую руку. Клянешься ли ты поддерживать и защищать новую конституцию новых Соединенных Штатов от всех врагов? Естественных и противоестественных. Всеми силами помогать своим товарищам и беспрекословно выполнять все приказы. Боец, клянешься ли ты? Клянусь. Разойдись. Пойдем, сынок. Капитан Коури теперь нечасто приводит рекрутов. Видимо, его впечатлили твои навыки. Я много времени провел в Одище. С фриками обходиться умеешь? Как дела? Да, сэр. Я знаю столько же, сколько все, сэр. Славно, славно. Заходи. Пусть док тебя осмотрит. Пульс хороший. Сердце сильное. Тут нехилый ожог. Как это вышло? Да я тут оладьи жарил. Оладьи, говоришь? Кто перевязывал? Я сам. Настамаль? Неплохо. Спасибо. Рука нужна, повязку не снимай. Усёк, Амиго? Да, да, я понял. Через пару дней пусть зайдет на осмотр. Ладно. Ну, док? К службе годен, Лоровьен. Задачку поручить можно? Нет, док. Я Тьена Новия. Он уже занят. Я понял. К ведьме пойдет. Вай кон диос. Удачи, Амиго. Идем, сынок. Я не терплю нарушения субординации, когда офицера называют ведьмой, но в редких случаях для таких эксцентричных натур делаю исключение. Да, сэр. Я делаю исключение, потому что всем, кто еще жив, уготована своя роль. Ты веришь в Бога, Сент-Джон?
Я на эту тему не задумывался, сэр. Самое время задуматься. Мы часть его замысла. Все мы. И моя роль. Вот это. Сэр? Это место. Мне было видение. Не такое, конечно, как описано в Ветхом Завете. Никаких огненных колесниц или горящих кустов. Просто я проснулся однажды утром до того, как на мир обрушилась Божья кара, и понял, это то самое место. Крейтер Лейк, Уизард Айленд? Я называю его ковчегом. Тебе знакомо предание о нем? Да, то есть, да, сэр. Ну, про него же все слышали. Все ли? Ты удивишься, как мало людей читали Библию или книгу Откровения. Вы имеете в виду книгу Бытия? Про Ноя было в книге Бытия, сэр. Да, конечно. Надо привести тебя в соответствующий вид. Как скажете. Ну, нормальной формы у нас, конечно, нет, как это ни печально. Сейчас что-нибудь... О! Вот. Ну-ка, примерь. Вроде как раз. А это здание? Если не возражаете, это подарок от старого друга. Старого друга? Друзья теперь мало у кого остались. Это уж точно. Ладно, боец, но только спрячь и не носи. Ты теперь из наших. Вообще-то новобранцы у нас начинают службу рядовыми, но раз капитан Коури отрекомендовал тебя как человека опытного, мы тебя повышаем сразу до капрала. Спасибо. Поздравляю тебя, сынок. Спасибо, сэр. Ну, подыщем тебе работу. Так вот, о чем я говорю? Вы рассказывали про ковчег, сэр. Да, ковчег. То, что ты сейчас видишь, лишь малая часть его. У нас за спиной целая сеть пещер и тоннелей, которые тянутся до самой вершины. Когда мы закончим, они будут заполнены тысячами семян, растений, компьютерных файлов и книг. Даже если мир умрет, наши достижения в медицине, науке и технологии не умрут вместе с ним. Нет, сэр. Но этот остров не просто ковчег, капрал. Это твердыня, это крепость. Здесь, у северных ворот, мы складируем боеприпасы, чтобы начать наступление на фриков. У нас есть винтовки, гранаты, пулеметы, гранатометы. Есть оборудование, чтобы делать боеприпасы всех типов и всех калибров. Это инженерно-механическая часть. Если тебе нужно починить мотоцикл, обратись к дежурному. И как видишь, за счет того, что осталось от Национальной гвардии, мы строим свой парк грузовиков и других машин. После того, как мы расчистим магистрали, мы начнем заново отстраивать дороги и мосты. Ваша выжигательная стратегия работает против фриков и шакалов, но на шоссе она вам не поможет, не остановит орды, сэр. Мы в курсе, капрал. Орды, да, орды — это проблема совершенно иного уровня. Но у нас есть замысел. Замысел? Как сказал Бенджамин Франклин, проваливая подготовку, вы готовитесь к провалу. Мы не допустим провала. Костяк армии живет здесь, у ворот, и они готовы выступить по моему приказу. Эти палатки вместили сотни мужчин и женщин, таких как ты, тех, кто клянется посвятить свою жизнь борьбе. Но тебе я хочу дать особое поручение. Чтобы выполнить его, нужно нечто большее, нежели умение выживать и пользоваться оружием. Ты готов, сынок? Да, сэр. Сделаю, что прикажете. Ах, ненавижу ссать в кустах. Ты спрашивал, как мы победим Орду. Я тебе покажу. Не зевай.
вы как, лейтенант? Здрасте, полковник, я извиняюсь. Многовато ацетона бухнул. Лейтенант Уивер, инженер-химик. Его задача у нас... Взрывать все на! Делать оружие. Ну да, типа того. Я Уивер, Джеймс. Сент-Джон, Дикон. Армейская хрень у нас для показухи, правда же? Капрал Сент-Джон под командованием Коури. Если вам что-то нужно в Одище, обращайтесь к нему. Еще как нужно. Сейчас дам ему список. Над чем работаете? Над загустителями смеси нафтеновой и пальмитиновой кислот. Вы делаете напалм? Да. Да. Чувак рубит в химии. Да просто догадался. Я не мешаю? Да нет. Полковник. Уже почти получилось. Почти. Хорошо. Да. Очень хорошо. Куда вы дальше? К ведьме нашей. Вы свободны, лейтенант. Еще раз прошу прощения за эксцентричность некоторых моих офицеров. Не стоит, сэр. Осталось зайти еще в одно место. Я верю в проект лейтенанта Уивера, но то, что ты сейчас увидишь, может стать нашим ключом к победе. Заходи. Это что такое? Мэм, вот все, что было указано в заявке. Это кондиционер для белья? Нет, мэм. Ну-ка, прочитай. Ингредиенты. Хлор. Хлороформ. И... терпин. Пошел вон. Пошел вон. Мэтт, ну что мне делать? Самой, что ли, за сырьем ходить? Вопрос решен. Лейтенант Уитакер, это капрал Сент-Джон. Он из подразделения Коури. Сумеет достать вам, что прикажете. Прочитай. Что? Прочитай. Ты как, читать-то умеешь? Ингредиенты, хлороформ, атерпениол, бензиловый спирт, этилоцетат. Пойдет, когда он может начать? Ну, да хоть сейчас. Не буду вас отвлекать. Оставь нас. Сара. Встать смирно. Сара, я... Нет. Нет, ты... Ты погиб. Ты погиб. Ты не можешь быть жив. Все хорошо. Стой, стой. Подожди, я не понимаю, я не смогу. Думал, ты не выжила, и я... Нет, они прорвались, и нам пришлось уйти на юг. В Нерро сказали, никто не выбрался. Я нашел Брайана и нашел... Нерро был окружен. Они сказали, там все погибли. Я думал, что... Я думала, что больше тебя не увижу. Слушай, мы можем уехать прямо сейчас, куда захотим, нет. Без оглядки, давай. Стой. Нет, нет, Дикон, я не могу. Они тебя силой здесь держат? Нет, ты не понимаешь. Война же идет. Разве не видишь? И мы можем в ней победить. Я не воевать сюда пришел. Здесь я нужна. Я могу принести пользу, я же... Не могу так уехать, мое место здесь. И ты можешь остаться здесь, со мной, помочь мне. А потом, все, что скажешь, мы поедем куда ты захочешь.
Полковник вызывает. Слушаюсь, мэм. Одну минуту. Возьмите список. Спасибо, боец. Капрал Сент-Джон вызывает лейтенанта Уивера. Сент-Джон вызывает штаб. Уивер на связи. Что тебе нужно, капрал? А в заявке указана ртуть. Есть идеи, где ее можно достать? Да, конечно. Надо было там же тебе и написать. Ее добывают из Киновари. Отряд Коури обнаружил шахту к северу от Diamond Lake. Поезжай туда и на месте выходи на связь. Есть, сэр. И строго между нами. Если полковник не слышит, давай без вот этого вот «есть, сэр», «нет, сэр». Я не старик. Капрал Сент-Джон, верно? Да, сэр. Входи. А я вот тут пью чай травяной. Спасибо лейтенанту Уитекер. Хочешь попробовать? Улучшает пищеварение. Нет, сэр, спасибо, я просто искал график дежурств. У меня для тебя работа. Эти люди, хотя разве это люди, забрали нашего человека, лейтенанта Джустину Норвуд, офицера. Она у них, так что... Да, я спасу ее, сэр. Такие люди, как ты, помогут нам спасти мир. Ты свободен. Капрал Сент-Джон, жду тебя срочно в Diamond Lake. Есть, капитан.